12 мая свой юбилей отмечает и народная артистка России Наина Хонина. Почетному гражданину областного центра, лауреату всесоюзных и всероссийских театральных фестивалей, писательнице и поэтессе премии Тверского драмтеатра Наине Владимировне исполнилось 80 лет. Примечательно, что в этот день актриса встречает двойную круглую дату. 12 мая Наина Хонина празднует еще и 60-летие служения мельпомене. Здравствуй, родной. Вот так тихо фразой «Здравствуй, родной» актриса Наина Хонина каждый раз приветствует Тверской академический театр драмы. 12 мая, в день рождения Наины Владимировны, на входе ее встречают коллеги. Более 60-ков лет без актрисы трудно представить Тверскую сцену, да и, наверное, сам город. Актриса – олицетворение двух эпох расцвета Тверского академического театра драмы – эпохи Георгиевского и эпохи Ефремовой. Как говорят ее коллеги по театральному цеху, главное из тех магикан. Самое главное всегда и на всю жизнь – это Георгий Адольфович Георгиевский. Это называется «Папа Жора», как мы его звали. «Папа Жора», главный режиссер театра. Потому что это его уроки. И вот сейчас меня снимали, как я берусь за ручку двери. Это урок Георгиевского. Потому что это он, когда привез меня в Калинин, в темноте. Подходим мы так к крыльцу, которое вы видели, господа журналисты. Там была дубовая дверь, настоящая дубовая дверь. И бронзовая ручка, тяжелая. И вот он берется за эту тяжелую бронзовую ручку. Одной рукой меня держит, другой берется за бронзовую ручку. И я слышу: «Здравствуй, родной». На счету Наины Хониной десятки запоминающихся ролей. Шутка ли прожить и прочувствовать на сцене за 60 лет больше 140 ролей, поменять больше 35 мужей, освоить десятки профессий, родить более 30 детей. Наина Владимировна – это легенда нашего театра, я бы даже сказала, дух нашего театра. Когда находишься с ней на сцене, естественно, существует какая-то планка, за которую ты не имеешь право ниже опускаться. Ты должен быть достоин. Поэтому с Наиной Владимировной большая честь стоять на одной сцене. Она уже учила нас разговаривать. То, как мы разговариваем на сцене, весь наш курс Щепкинского театрального училища, это благодаря Наине Владимировне. Мы научились говорить. Мы говорим четко, ясно и только благодаря ей. А ведь помимо сцены Наина Владимировна еще и посвящает свое время литературному творчеству. Ее книги хорошо известны в Твери. За роман «Она была актрисою» она удостоена литературной премии имени Салтыкова-Щедрина. Во-первых, я не писатель. Начнем с этого. Я актриса. Я даже, я актриса, которая немножко пишет. А как я пришла к этому? Наверное, сердце было полно прожитой жизнью, потому что все три книги и стихи, маленькая книжечка стихов, все это везде я сама, через себя. Ну, под другим именем, фамилией, именем, отчеством, но всегда я сама. И, разумеется, двойной юбилей, свое 80-летие и 60-летие служению мельпомене Наина Хонина встречает на сцене. Тверской академический театр драмы предложил увидеть театралам спектакль «8 любящих женщин», где Хонина играет одну из главных ролей, и снизил цену на билеты в рамках проекта «Доступный театр». Поздравления, атмосфера теплого семейного праздника, благодарности любимой актрисе, учителю, коллеге от театра состоятся на поклоне спектакля. Добавим, что с юбилеем Наину Хонину поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Духовная чуткость и высокое мастерство стали залогом вашего профессионального успеха и зрительского признания. Ваш вдохновенный труд способствует укреплению в обществе гуманистических ценностей, сохранению и преемственности многовековых традиций отечественной театральной культуры. К этим словам присоединяется и телеканал «Тверской проспект».